Блять, надо что-то пиздануть. Чашка чая на столе. Всем привет, рука в говне. Темная пиздец. Здравствуй. Здравствуй, бородатый друг. Здравствуй, мой замерзший бородатый друг. Чиполлино, бля. Ты умираешь? Иди в качалку, пожалуйста. Посадите, как измену. Здраво. Как интересно. Смотри, какой у меня прикол есть, смотри. А, ну дай подержу. Блять, нас спалили, бежим. Че? Блять, хуя и слышу. Какая у меня лысая голова, ёбаный брат. Очень интересно. Ебала. Минутка с фура. Ты. Отгадай загадку. Реши вопрос. Ты русский? Да, нет, я по-английски говорю. Отгадаешь загадку? Не говори. Одноногий и хромой выбегает кто? Без понятия. Сдаешься? Сдаюсь, ну говори давай, в чем прикол, в чем подвох. Что это за хуйня? Да всем похуй. Здравствуй, пол головы. Пиздец. Просто пиздец. Нахуй мой пульт, блять. Отгадай загадку. Нах ты со своей загадкой, блядь, нахуй... там такие шарики. Да нахуй иди. Шимпанзе. Блядь. Второй выпуск, видите, шимпанзе. Гол КС. Гол скайп или застал? Симпатичная. Отгадай загадку. Да вы заебали! Здравствуй! Отгадай загадку! Зимой и летом одним цветом. Нет. Твои сиськи, блядь, они такие большие! Они одна... Я не сдержался! Здравствуй. Я забрыкал. Сука. Вот в рот я ебал всяких девок, которые сразу перелистывают. Заебали. Вот охуеть, блядь. Одна дрочит, ну, блядь, мужик один дрочит, другой пидорас, еще чё. Нормальных людей вообще нету, нахуй. Отгадай загадку. Давай. Что ты носишь на носу и зовут ее Лсу? Кожа, блядь.
Что это было, блядь? Здравствуй. Чё это понял? Блядь! Здравствуй. Ну помни, если ты не отгадаешь загадку... Я хочу сыграть с тобой в игру. Она не слышит. Хуёво тебе. Я хочу сыграть с тобой в игру. Я хочу с тобой в игру. Уебать кого? Я тебя. Все понятно тут. Пацанчик умер, подожди, хочешь покажу, смотри. Не нахуй! Он весело, да? А? Весело. Хули, грустно, пиздец. А теперь мне грустно. Откуда, бля? Шарда, бэд. Чё? А может... Чё ты? Ты чё, сука, охуел? Ебаться хочешь, да? Не даёшь, да? Ебаться хочешь... Что? Какая киска? Киса! Кисочка! Здравствуй. Маленькие сиськи, уйди отсюда! Я подумал, что это тёлка. Не дай бог. Мне показалось. Не, показалось. Я имею в виду, не дай бог вообще такое думать, блядь. Вообще тут, блядь, смотреть не надо. Вообще. Мне показалось. Мой карлик фиш и финишист пиздит бога, в которого ты веришь. Я пищу бога, в которого ты веришь. Ну и ладно. Больно масса. Сколько ты килограммов макияжа на себя наложила? Мальдер штукатур. Приседалочка. У него голова квадратная. Ты играешь в Майнкрафт? Ебать, чем порты сидят. Пиздец. Цыганский цирк. Всего две смерти за концерт. Цыганский цирк. В антракте можно... Ай, на не. Ну где все? Где рай на земле? Блядь. Здорово! Чё? Здорово, говорю! Здорово! Как дела? Нормально, ты чё? Ну ничего, я чё? Кода один не зашёл. А вы близнецы? Ничего. А похоже, да? Как два придурка. Здравствуй. Цыганский цирк. Всего две смерти за концерт. А его качают. Че? Цыганский цирк. Тут конь ворует сам себя. Я даже знать не хочу, что это. Здорово. Какие, бля, большие наушники. Бля, такие большие наушники. Thank you.
не ебёт. Охуенная шапка. Это гуф? Охуенно. Охуенная пати. Перебрал вчера, голову держи, чтобы не рассыпалось. Холодно. Холодно? Мёрзло. С ума сошёл, блядь. Блядь, так я стекло, нахуй ты в майке сидишь? Майка с подогревом. Боюсь спросить, а где там подогрев? Ну откуда такие? С волшебной страны. Вос. С какой же? Ну там, блядь, живут только пони, какают они фиалками, едят они бабочек. Слышал про такое? Пиздато, наверное, пони быть. Как и фиалками, и бабочек? Жрать бабочек. Бухуй тело ушло. Йоу-клей-клей, ёбаный, во. Воу-воу, напиду варнию, нахуй. Ладно, наверное, на этом все хватит. Всем спасибо за то, что, блин, просмотрели эту поеботу. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайк. Там добавляйте, вся хуйня, тра-та-та. Да, вся байда. Ну, вот такая хуйня. Кстати... у нас там новый проект. Скоро должен зайти. Мы сейчас его еще снимаем, планируем. Вот. Пытаемся что-то сделать. Ну, короче, как слепим, вы оцените, пишите, комментируйте, как бы. Все будет выставлено на канале, будет там рекламный баннер. О, я вспомнил название, прикиньте. Склероз, сука. Старческий маразм, блядь. Пить меньше надо, блядь. Ну ладно, всем мир, всем удачи. Подписываемся, ставим большие пальцы. Если повезет, то в следующий раз вы увидите меня нахапанным. Если это видео наберет 3000 просмотров, следующий выпуск он будет снимать голым. Что?